Какая прелесть! Нравится? Да. А не мне? Да, тебе. Хотел тебя порадовать. Спасибо. Такие красивые. Как ты? Спасибо. Как ты сам? Не устал? Все нормально? Нет, все нормально. Неужели мой сын так отдалился от меня? Неужели твои дети станут тебе безразличны, когда ты состаришься? В это трудно поверить. Ты носишь их 9 месяцев под своим сердцем, а затем они отдаляются от тебя. Мама, как вы? Спасибо, все нормально. Мама. Вам не скучно? Да. Мы бы хотели немного прогуляться по городу. Хорошо. Доброго пути. Хорошего времяпрепровождения. Спасибо. До скорой, мама. До скорой, мама. До скорой. Я забыла приготовить обед для мамы. Ничего страшного. Она же не ребенок. Она сможет сама себе приготовить. Я и так ждал тебя целый час. Опаздываем. Пошли давай. Быстрее. Ассаламу алейкум, тетя. Мама хотела вас угостить. Алейкум ассалям, сыночек. Мама приготовила. Да. Скажи ей спасибо от меня. Хорошо. Как она? Хорошо, как вы сами? Передай мою благодарность. Ладно. Пускай заходят. Ты мой родной. До свидания. Спасибо, сынок. Продюсер Юлдуз Саидова. Оператор-постановщик и режиссер монтажа Айбек Ишмурадов. Добрый день, мамочка, как вы? Добрый день, доченька. Как ты сама? Все хорошо. Отлично. Как доехала? Хорошо. А вам не скучно? Доченька моя. Садись. Все хорошо? Да, спасибо. Как ваше самочувствие? Все хорошо, спасибо. Каждый день приходишь навестить меня, уделяешь мне время, хотя у тебя работа, дети, семья. Потому что я каждый день хочу вас видеть. Хвала Аллаху за то, что у меня есть такая дочь. Спасибо, доченька. Но хотя мы живем с твоим братом под одной крышей, он не может уделять мне время. Он каждый день так торопится на работу. Уходит и приходит поздно вечером. Потом уходит в свою комнату. Утром когда как, иногда заходит, иногда нет. Я так хочу, чтобы он уделил мне немного времени и поговорил со мной, доченька. Не переживайте, он все время занят своими делами. Не огорчайтесь, у брата много работы. Даже мой муж очень редко уделяет время для своей мамы. Наверное, все мужчины такие. Не расстраивайтесь. Твой папа нас покинул. Я так по нему скучаю. Оказывается, я очень привыкла к нему. Мне его сильно не хватает. Мамочка, папа был очень заботливым, правда? В старости тяжело жить без своей половинки. Да. Не обижайтесь, мама. Теперь мне его так не хватает. Брат совсем не заботится о вас, мама. Хотите поесть? Скажите. Я принесу. У нас все есть. Невестка делает все домашние дела, но мне нужно внимание. Я скучаю по твоему брату. Живем в одном доме, но как будто он где-то очень далеко. Мама, хотите что-нибудь вкусное? Нет, спасибо. Лекарство вовремя принимаете? Да. У вас все есть? У меня все есть. Ни в чем не нуждаюсь.
Я поговорю с братом. Вы только не грустите. Ладно, доченька. Мама. Мама, я вам не нужен? Ты куда-то собрался? Да, опаздываю на занятия. Ну ладно, сынок. Будь осторожен, особенно когда переходишь дорогу. Конечно, мама. Я буду волноваться. Хорошо. Амон, послушай, позови брата. Пусть немного посидит с нами. Я сейчас уйду на работу. Ладно. Амон, не забывай заботиться о маме. Понял? Чтобы она вовремя принимала лекарства. Не гуляй со своими друзьями без повода. Друзья всегда найдутся, а мама у нас одна. Понял. Мне позвать брата? Ладно, сынок, позови. Хорошо. Уже иду. У него учеба, занятия. Он тоже все время занят. Самое главное, чтобы они были здоровы. Мама, мне уже пора. Я немного опаздываю на работу. Ладно, доченька. Спасибо тебе. Мамочка, не беспокойтесь, ладно? Ладно. Спасибо, что зашла. Я пошла. Хорошего дня. Поцелуй внуков. Хорошо. Передай привет мужу. Ладно, мама. Сестра. Да. Вот уже 2 месяца ты не посещаешь свой родной дом. Мама очень огорчена. Нечего огорчаться. Вы же все знаете. Я не могу оставлять свекровь одну. Она больна. Как только она выздоровеет, буду часто навещать. А когда она вообще была здорова? С тех пор, как ты пришла в этот дом, нет ни одного дня, когда бы она не болела. Ты что орешь? Нас могут услышать. А пускай слышит. Потерпите немного. Она выздоровеет. Ты лучше объясни маме мое положение. Нечего так злиться. Скажи маме, как только ей станет лучше, я каждый день буду приходить. Мама тоже часто болеет. Покупаем ей лекарства. Но она не лежит, как твоя свекровь. Никому не бывает обузой. Я знаю. Но моя свекровь не такая. Что я могу поделать? Я должна терпеть. У меня нет выбора. Ты могла бы найти какой-то способ. Даже в день рождения своего брата не пришла. Камола? Я же позвонила, поздравила. Но ведь этого недостаточно, сестра. И это стало поводом для огорчения. Мама должна меня понять. Понять мое положение и не смей говорить все, что приходит тебе в голову. Ты была такой начитанной, современной девушкой. Посмотри на себя. А что со мной? Ты заперлась в этом доме ради человека, который каждый день обманывает смерть. Тоже мне домохозяйка. Мне и самой все это надоело. Я вынуждена. Муж постоянно говорит, не оставляй маму. Что мне поделать? Я по горло сыта по этим заботам. В такое время вы должны меня поддерживать, а не упрекать. Скажи мужу. Ну как я могу? Каждый день, когда он уходит на работу, говорит, не оставляй мою маму одну. Но что я могу ему сказать? К счастью, мы живем очень близко. Но, увы, я знаю твой характер. Ты слишком покорная. Камола, я устала. Я тоже хочу прогуливаться с мужем. Хочется вас навещать. Просто сейчас такой период. Не разводиться же из-за такой мелочи. Скажешь тоже. Знаешь, ты все преувеличиваешь. Привет. Ой, Зарнигар, привет. Как ты? Как твои дела? Наверное, тебе очень хочется пить в такую жаркую погоду, да? А почему детей не привела? Мама очень скучает по ним. Скучает и... Мафтуна, у тебя внутри столько накопилось. Ты могла бы открыть свое сердце маме, мужу, или... Даже мне, или мы чужие. Нет, не говори так. Ты неправильно нас поняла. Мы разговаривали о другом. Да, я вас неправильно поняла. Но вы обе говорили правду, да? У меня со слухом что-то не так. Ты неправильно нас поняла. Разве я могу по-другому понять этот разговор? Не горячись, не обижайте на нас. Ну как, я могу не горячиться?
Сейчас мама услышит. Ты сплетничаешь о нас за нашей спиной, да? Мы не сплетничаем. Думай, что говоришь. Заткнись ты. Сама заткнись. Ты здесь гость. Вот и знай свое место. Успокойся, пожалуйста. Нет, не буду. Успокойся. Вы тоже каждый день видитесь со своей мамой. Почему моя сестра не может? Мама не видела ее целых 2 месяца. Могли бы ее понять. Хватит. Заткнись. Молчи, я тебе говорю. Не вмешивайся. Ты слишком многое позволяешь себе. Знай свое место. Не твое право вмешиваться в мою жизнь. А что, я не права? Она же каждый день приходит сюда. А ты не можешь посещать даже свой родной дом, Мортуна. Я не знала, что ты такая хитрая. И кто же здесь хитрая? Заткнись. А я тебя уважала, жаль. Выходит, ты все доносишь до своих родных. Нет, это не так. Что еще я могу сказать после всего? Нет, я прихожу, потому что во всем справляюсь. Не горячись, пожалуйста. Я уделяю время своей семье, своей матери. Не ори на меня. Тебе все ясно? Пожалуйста, успокойся. Не смей так разговаривать со мной. Да еще смей так сплетничать за нашей спиной. Не смей так разговаривать. Заткнись, я сказала. Уходи. Мы с тобой поговорим, когда брат вернется, ясно? Подожди, Зарнигер. Что ты натворила? Ты из-за нее подняла руку на свою сестру. Впредь не смей со мной разговаривать. Камола, такого я от тебя не ожидала. Ну что происходит? Что я скажу маме? Ну как я все это объясню ей? Камола, Камола. Вот что случилось. Мафтуна, я такого от тебя не ожидала. Ты была мне как родная дочь. Я когда-нибудь запрещала тебе навещать твоих родителей? Скажи. Запрещала? Я же сама тебе все время говорю, пойди к родителям, они тоже скучают по тебе. Твоя сестра выговорила все, что захотела из-за юности. Но стоило ли так ссориться? Стоило ли так скандалить? Я не знала, что моя болезнь стала обузой для тебя и для твоей семьи, дочка. Мама, вы можете жить с нами, если вы для них обуза. Дочка, нет, не вмешивайся. Все, что говорится в этом доме, должно остаться здесь. И если ты все будешь доносить до своих родных, разве это будет семья? Из-за таких мелочей люди разводятся, ругаются друг с другом. Всякое доносить — это очень плохо. Запомни, доченька. Все это правда? Я вам потом все объясню. Чего еще объяснишь? Сынок, не злись на нее. Все не так, как вы думаете. А чего еще объяснять? Я все слышала. Как ты будешь смотреть маме в глаза? Сынок, успокойся. Ты с ума сошла? Ты со своей сестрой сплетничаешь о маме, когда меня нет дома? Все не так. Что тогда? Сынок, успокойся. Зарнигер, это больше не твой дом. Тебе не место здесь. Не надо скандалить. Мама, простите меня, я во всем виноват. Ни на шаг не буду пускать их к вам. Я сказал свое, если она не примет, пусть сама тоже уйдет из этого дома. Не говори так. Она хорошая. Просто она не осознавала, что говорит. Молода еще. Пройдет время, все поймет, все наладится. От обидного слова навек ссора. Все наладится. Это могло ухудшить ваше здоровье. Не стоило этого. Мама, вам плохо? Все нормально. Я с ней еще поговорю. Только не ссорьтесь, хорошо? Сейчас же с ней поговорю. Не ругай ее. Хорошо.
Хотите воды, мама? Дочка, ты неправильно поступила. Не стоило вмешиваться в их разговор и скандалить из-за этого. Под чужой потолок подведут и другое имя дадут. Ты могла бы притвориться, что ничего не слышала. Могла мне самой рассказать. Вот брату донесла, и они поссорились. Это хорошо? Вы не слышали, мама, что они там говорили? Ее сестра еще молода, она не все понимает. Пускай говорит, разве это что-то изменит? Моя сноха очень хорошая, заботится обо мне, обращается со мной вежливо. А что она делает? Только готовит. Пускай тогда пойдет к своим родителям. Я никогда не была против этого. Не понимаю, почему она так сказала. Как ее сестра смеет обсуждать нас? Почему ей не нравится то, что я к вам каждый день прихожу? Странно, как это понять? Дочка, не делай из мухи слона. В семейной жизни всякое бывает. Бывают и такие разговоры, а иногда сплетни. Пройдет время, и все поймут свои ошибки. Ты лучше подними настроение брата. Не позволяй, чтобы они поссорились. Мафтона тоже поймет свою ошибку. Я и брата не понимаю, мама. Почему он не разрешает ей идти к себе домой? Он тоже занят своими делами. Он рано утром уходит на работу, поздно вечером возвращается. Он просто не думает о таких семейных бытовых ситуациях. Что случилось? Почему плачешь? Я пошла увидеться с сестрой, но... Мы с ней разговаривали. Вдруг сестра ее мужа зашла. И сказала, чтобы я не вмешивалась в их семью, и выгнала меня. Почему она тебя выгнала? Не знаю. Ты сама что-то выговорила, раз уж дело дошло до слез. Я ничего не говорила. Почему тогда плачешь? Ну? Не знаю. Я зашла к ней, потому что очень скучала по ней. Понятно. Она же не приходит к нам вот уже 2 месяца. О, Господи. Могли бы разрешить ей это. Ну что ты такое сказала? Выкладывай уже. Мы с ней болтали. Спросила, как ее жизнь. Почему они ей не разрешают приходить к себе домой? Она тоже немного погорячилась. И вдруг сестра мужа вошла. И они оба поругались со мной. Больше ничего не говорила. Больше ни слова. Здравствуйте, мама. Как вы, мама? Здравствуй, сынок. Хорошо. Что случилось? Все нормально? Привет, брат. Что стряслось, Камола? Пошла навестить сестру. Угу. Сестра ее мужа выгнала меня. Сказала, чтобы я не вмешивалась в их дела. Чего? Неужели? А зять? Его не было, что ли? Нет, не было. Ха. Мама? Я не понял. Может, мне поговорить с ним? Нет, не нужно. Они что, выгоняют и заставляют тебя так плакать? Сынок, ты не вмешивайся. Скажи мне честно, почему они вдруг решили тебя выгнать? Все, хватит вопросов! Господи, дочка... Подожди! Мама? Да? Она чего-то скрывает от нас. Я лучше сам во всем разберусь. Не надо. Вечером сама поговорю. Займись своими делами. Ладно, я пошел. Все нужно пережить на этом свете. Все нужно испытать и оценить. Несчастье, боль, измену, горе, сплетни. Все нужно через сердце пропустить. Но главное, во тьме безумной века, что бы ни случилось в жизни, устоять. Быть чутким горю, оставаться человеком, и теплоту сердец не потерять. Не смейте умирать. Как не тяжко утрата,
Не в силах смерть исправить ход судьбы. Дань отдана, но вы не виноваты. Ведь для чего-то ведь живете вы. И что-то в жизни этой бессердечной вам суждено исправить, изменить во имя счастья. Жизни бесконечной вам суждено спасать, добро творить. И, может быть, когда-то вы поймете, что для кого-то счастье принесли. И со спокойной совестью вздохнете. Вы не напрасно жизнь свою прожили. Все нужно пережить на этом свете. Все нужно испытать и оценить. И лишь тогда, вставая на рассвете, вы сможете смеяться и любить. Давай я сама заварю чай. Что тебе осталось заваривать моей маме чай? Зарнигар, слушай меня. Если с мамой что-то случится, я задушу тебя. Понятно? Сынок, понимаешь, это... Моя дочка поступила очень плохо. Она вас сильно расстроила. Простите ее. Пожалуйста. В тот день, когда я пришел с работы, она сидела и плакала. Она рассказала нам совсем другое. Да, мама? Ты не переживай. Я с ней обязательно поговорю. Я тоже ей все объясню. Я и сам был поражен. Прихожу домой, тут такое. Скандал устроили. Не для нас такие поступки. Правильно. Мы во всем виноваты. Я не хочу, чтобы ваша дочь порвала отношения с моей сестрой. Будет лучше, если она попросит прощения у сестры. Хорошо. Не хочу, чтобы и родные сестры не общались друг с другом и с моей сестрой держали обиду. Не для нас такие отношения. Да, конечно. Вот и сам пришел к вам, чтобы все наладить. Простите, если я вас побеспокоил. Нет, нет, все хорошо. Мы с ней поговорим. Только не обижайся на нас. Не расстраивайся. Хорошо, ладно, все будет хорошо. Послушай, ты неправильно понял. Все было совсем по-другому. Зарнигер внезапно вошла. Ты же знаешь мою сестру. Она тоже любит меня. Она нас всех любит. Она просто хотела, чтобы я их навестила. Да, я сама разберусь с этим. Я и с Камолой поговорю. Ладно. Мавтун, что бы ни случилось, ты не оставила мне выбора. У меня... Нет другого пути. Не знаю, заступиться за тебя или за маму с сестрой. Мне очень неловко перед мамой. Мы ее совсем не осуждали. Зарнигер неправильно истолковала наш разговор. Мафтуна.
Вы с такими разговорами со своей сестрой разрушите теплые отношения между двумя семьями. Тебе это было так нужно? Я тебя прекрасно знаю. Если б не знал, я бы сейчас не разговаривал с тобой. Дорогой, я с ней поговорю. Обязательно поговорю. И все налажу. Хорошо? Оставь это мне. Ты знаешь, мама всегда была рядом с нами. В наши и радостные, и трудные дни. Она в одиночку решала все наши проблемы. Боролась за наше счастье. Я тоже очень люблю твою маму. Ты же знаешь. Прошу, ты тоже не позволяй, чтобы разрушились отношения между нами из-за таких глупостей. С Камолой тоже поговори, из Зарнигор. Постарайся все наладить. Прошу тебя. Хорошо. Поверь мне. Я все налажу. Попрошу прощения и у Зарнигер, и у мамы, и с Камолой поговорю. Она извинится перед ними. Вот увидишь. Когда решишь? Как решишь, я не знаю, но запомни, я всегда готов тебе помочь, лишь бы все было как прежде. Ладно. Ладно, мама, до скорого. Завтра увидимся. Сестра, уже уходишь? Да, ухожу. Скажи честно, все в порядке? В тот день я увидел Камолу на улице. И что? Я с ней поздоровался. Но она в ответ ничего не сказала. Омон, ты вообще в этом доме живешь? Да. Уходишь утром, приходишь вечером. Уделяешь море времени своим друзьям. Вместо этого мог бы позаботиться о маме. Не будь таким безразличным к маме. Заботься о ней. Дай ей все лекарства. Ты же знаешь, она болеет. Это твоя обязанность. Прости меня, сестра. Не стоит просить прощения. Ты только заботься о маме. Мне этого достаточно. Хорошо. Но я пошла. Опаздываю. Увидимся. Пока. Счастливо. Мама! Садись сюда, бессовестная. Садись. Мама, больно! Как ты посмела вести себя так перед сестрой своего зятя? Да и вмешиваться в их жизнь. Мама, я же не нарочно. Тоже мне оправдание. Не нарочно, говоришь? Ты сначала должна выйти замуж, столкнуться с жизнью, а потом будешь учить семейным отношениям. Такая юная, а еще смеешь кого-то осуждать. Да? Пускай Мафтуна не приходит к нам. Самое главное, что она счастлива. Или хочешь разрушить ее семью? Ты нас чуть ли не опозорила. Чего молчишь? Ну? Простите меня. Господи. Я не ожидала, что все дойдет до скандала. Ты сначала выйди замуж. Столкнись с испытаниями, преодолей их. А потом будешь давать советы. Ничего не понимает в жизни. И себе такое позволяет. Глупая ты девочка. Ты поставила нас в очень неловкое положение. Ладно, ты зашла к ним. Но зачем ссориться с его сестрой? Маме и так плохо. Ты же это знаешь. Нам было так стыдно за тебя перед ним. Доченька, не будь такой упрямой. Помирись со снохой. Забудь все, что произошло. Мне с ней помириться? Но как я могу забыть ее неуважение к вам? А вы знаете, какие вещи она наговорила про вас? Вы ведь не слышали, мама? Разве ты меня не уважаешь, дочка? Помирись с ней ради меня. Мама, конечно, я вас уважаю, но они про вас такое говорили, мама. Не переживай, все будет в порядке. Главное, она осознала свою ошибку. Вы такая добрая, мама. Всех прощайте. И брат тоже не заботится о вас. Он вообще не обращает на вас внимания.
Если вы были хоть немного строгой, они бы не говорили все, что попало о вас. Помирись с ними. Не буду. Не перечь мне. Не заставляйте меня. Не будь упрямой. Мама. Да. Простите меня. Я совершила ошибку, простите. Я давно тебя простила, дочка. Вот теперь с сестрой тоже помиритесь. Давайте. Я не хочу ее прощать, мама. Никогда не прощу. Прости меня. Больше это не повторится. Я обещаю. Я поняла свою ошибку. Мафтуна, знаешь, почему я так часто прихожу сюда? Я никогда не хотела разрушать вашу семью. У меня всегда были добрые намерения. Я вас очень любила. Я хочу, чтобы ты была счастлива с моим братом. Но почему в тот день... Очевидно, твоя сестра еще юная, но ты заступил за нее. Почему вы сплетничали с ней? Я тоже тебя уважаю и люблю. Ты для меня как родная сестра. Но давай забудем все, что было. Разве это возможно? Прекрати. Если бы в твоем доме такое происходило, ты смогла бы забыть? Я поняла свою ошибку. Я больше никогда так не буду. Простите меня. Мама, успокойся. Забудь все обиды, дочка. Я очень люблю тебя. Мы ведь были близкими подружками. Но прости меня, пожалуйста. Пожалуйста. У тебя настоящий талант. Можешь смягчить сердце любого человека. Я так боялась, что ваша семья разрушится. И ты меня прости за те слова. Я не хотела. Я тоже виновата. Прости меня, пожалуйста. Идешь? Да, иду. Слушай, сейчас пойдем к сестре. Пойми меня правильно. Ведь из-за твоей грубости семья твоей сестры может разрушиться, понимаешь, дочка? К тому же ты еще не понимаешь семейную жизнь. И поэтому ни ты, ни я не имеем права их учить. Ты все поняла? Да. Прежде чем что-то говорить, думай тщательно. Ладно, мамочка. Умница. Сейчас пойдем к ним, и ты извинишься перед ними. Договорились? Да. Ну, идем. Доченька, ты еще молода. Вот и возникло недопонимание. Все осталось позади. Вот Мафтуна тоже обо всем забыла, будто ничего не случилось. Мы с ней помирились, и все наладилось. Ты сама знаешь, мы с твоей мамой никогда не ругались.
И впредь будем жить благополучно, да? Да, мама. Мама Мафтуна позвонила мне. Сегодня они придут с Камолой. Гости? Да. Знаете, в тот день я не смогла взять себя в руки и всех вас очень побеспокоила. И потом мне самой тоже было очень неловко. Извините, мама. Ты еще просто молода. Потом собиралась просить прощения, но не смогла. Ты же не нарочно. Сегодня у тебя есть возможность просить прощения перед ними. Да, поэтому я тебя позвала. Я не должна была устраивать скандал. Вы и так измучились. Всякое бывает, доченька, не бери в голову. Рано-хан. О. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Добрый день. Добрый день. Как ваше здоровье? Спасибо. Как вы сами, когда ехали? Доченька, Мафтуна, выходи. Мама пришла твоя. Как самочувствие? Спасибо. Ассаламу алейкум. Мои хорошие, как ты, сынок? Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Как доехали, мама? Садись. Добрый день. Садитесь. Все нормально. Садитесь. Добро пожаловать. Пусть у всех дома будет счастье и благополучие, и наши молодые будут счастливы. Аминь, Аллах. Аллаху Акбар. Добро пожаловать. Спасибо. Как поживаете? Между нами всегда были теплые отношения. Никогда мы не ругались с вами. Да, разумеется. Мы хотели просить у вас прощения. Не говорите так, не надо. Моя дочь случайно огорчила вас всех. Вот, пусть она сама обратится к вам, но... Пожалуйста, простите меня. Я совершила ошибку. Но теперь поняла свою ошибку и хочу извиниться перед вами. Извините. В тот день я тоже не сдержалась. Несмотря на то, что мама больна, я сделала из мухи слона, устроила скандал. Поэтому я тоже хочу попросить прощения. Она тоже выговорила всякое. Да вы обе. Ну давайте все забудем, да? Конечно, а как же. На самом деле Камола хорошая. Она не хотела нас обидеть. В нашей семье раньше такого не было, и очень надеюсь, что и в будущем не будет. Самое главное, чтобы у всех было отличное настроение. Мафтуна, да, приготовим вкусный плов для наших гостей. Да нет, не стоит. Стоит, стоит. Нам очень неловко. Следующий раз. Гость хозяину не указчик. Гость доволен, хозяин рад. Никуда не уйдете. Тетя, куда вы собираетесь? Мафтуна, мы просто обожаем твой плов. Мама знает почему. Да, потому что она вкусно готовит. Год спустя. Доктор, как моя мама? Вдруг ей стало плохо? Не стоит беспокоиться. Правда? Я вам назначу лекарства. А может, не стоит. Вы просто должны отдохнуть. Не отчаивайтесь. Ваши дети рядом. Да, они очень заботливые. И лекарства вам помогут. Да, конечно, доктор. Ладно, доктор. Думайте о хорошем. Разумеется. Не переживайте. Все будет хорошо. Да, конечно. Вы обязательно поправитесь. Да, доктор. Мы купим все лекарства. Обязательно. Мы позаботимся о маме. Хорошо. Я все понял. Как самочувствие, мама? Спасибо, нормально. И вам спасибо, доктор. Не за что. Дай Бог вам здоровья. Благодарю. Спасибо, доктор. Она очень больна. При ней я не хотела об этом говорить. Ведь она одна, нуждается в вашей любви. Она должна вовремя принимать лекарства. Я ей не сказала, но, очевидно, она сильно нервничала в последние дни. Я принес все лекарства, которые вы назначили. Дело не в лекарствах. Она нуждается в любви. Есть такие дети, они так ценят своих матерей. Так не пойдет. С сегодняшнего дня... Я буду часто заходить к вам. Она должна вовремя принимать свои лекарства. Берегите свою маму. Ладно, доктор. Теперь я буду более внимательным. Вот уже месяц я не работаю. Администратор новой фирмы сказал, что результат выйдет только через 2 месяца. Ничего пока не известно. Поэтому мы с Мафтуной подумали, с завтрашнего дня будем искать работу. Да, мы хотим работать, мама. Сынок, ты не переживай. Ты такой начитанный, образованный, у тебя есть ремесло.
Не останешься без работы. Найдешь себе подходящую работу. Мы с твоим папой ваши годы преодолевали всякие трудности. Да, мама. Вот все пережили, все преодолели. Всему свое время. Все наладится, сынок. Но все же мы должны работать. С завтрашнего дня постараемся найти любую работу, даже простую. Да. Все что угодно. Мы так решили. И вот увидишь, все наладится. Угу. Я сейчас. Зря маму побеспокоили. Да, я тоже так думаю. Зря сказали. Ей нельзя беспокоиться. Сначала должны были найти какую-то, ну, любую работу и потом сказать ей, что нашли хорошую работу с высокой зарплатой. Зря сказали. Эх, теперь будет беспокоиться. Сынок, я давно об этом думала. Накопила эти деньги из своей пенсии. Я знала, что эти деньги однажды кому-нибудь понадобятся. Возьми их, сынок. Бери. Нет, не стоит, мама. Мама. С этими деньгами сможешь начать свой бизнес. Деньги всегда найдутся, не думай о своем будущем. Не переживай. Все будет хорошо. Мама, вы и так больны. Да нет. Вы должны лечиться. Нет, сынок. Не надо, мама. Ты об этом не думай. Что вы, мама? Я должен заботиться о вас, зарабатывать. Но почему ты так говоришь, сынок? Нет, не возьму. Я же твоя мама. Когда у тебя финансовое благополучие, когда ты здоров... Правильно, мама. Вот только тогда я могу быть спокойна. Мама. Не отказывайся, бери. Не возьмешь, сильно огорчишь меня. Для меня самое главное твое здоровье. Пожалуйста. Возьми их. Начнешь новое дело. У тебя еще будет много денег. Не упрямься. Бери, сынок. Не отказывай маме. Бери. Спасибо за заботу, мама, но я не смогу взять эти деньги. Нет, сынок, возьмешь. Я твоя мать. Я тебе не чужая. Если твои дела наладятся, я буду только рада этому. Но прошу тебя, возьми. Мама. Потом вернешь их. Вы должны лечиться. Еще неизвестно, получится ли у меня или нет. У тебя все получится. Все будет хорошо. Бог все видит и знает. Он милосерден. Все будет хорошо, сынок. Вот увидишь. Твои дела наладятся. И я вылечусь. Не беспокойся. Да, мама, все будет хорошо. Всему свое время. Самое главное, береги себя. Это самое важное. Главное, чтобы ты был здоров. Спасибо, мама. К моему счастью, у меня есть такая мать, как вы. Я тебя очень люблю, дорогой мой сынок. Спасибо, мамочка. Пусть Бог тебе поможет. Большое спасибо, мама. Все наладится. Я буду молиться за тебя. И вам желаю здоровья, мама. Надеюсь, я скоро найду новую работу, и мы сходим к самым лучшим врачам. Спасибо вам, мама, за то, что вы есть. Не за что, дорогой. Спасибо. Будь счастлив. Будь храбрым. Спасибо. Храбрым счастье помогает. Спасибо, мама. Кто без храбрости, тот без радости. Я в долгу перед вами, мама. Только не отчаивайся. Ассаламу алейкум, брат. Валейкум салам. Мама зовет вас. Что? Я же спешу. Что-то важное? Не знаю. Ладно, сейчас выйду. Ладно, я тоже опаздываю на занятия. Я пошел. Давай, иди. Вот, я положила все нужные вещи. Угу. Счастливого пути. Документы на машину тоже? Ой, забыла. Давай, быстро занеси их, меня мама зовет. Ага. Почему? Не знаю, возможно, что-то важное. Три раза позвала. Она позавчера тоже звала тебя. Сказала, что у нее что-то важное. Иди, поговори с ней. Но я опаздываю. Ну, ладно. Не забудь про документы. Я быстро. Хорошо. Ассаламу алейкум, мама. Ва алейкум ассалам, сынок. Выспался? Да, спасибо. Как вы сами? Все хорошо. Все в порядке? Да, спасибо. А как твои дела? Да нет, хотели мне что-то сказать, я очень спешу, мама. Хотя бы 10 минут посиди со мной, сынок. Хотя бы сегодня, не торопись. Нет, мама, только не сейчас. Мои друзья нашли хорошего клиента, хотел продать машину.
Говорят, что этот клиент готов купить машину за большие деньги, поэтому должен поехать туда сам, мама. Можем поговорить попозже, когда я вернусь. Подожди, сынок. В последнее время у меня плохое предчувствие. Каждый день мне снится твой папа, сынок. Говорит, Ахат должен быть осторожен. Мы... Да, бывает и такое. Мы давно с тобой не говорили, сыночек. Очень давно. Да, мама. Как ваше здоровье? Спасибо, сынок. Лекарства не закончились? Нет. Мафтуна заботится о вас? Я благодарна ей. Она делает все домашние дела и готовит вкусно. Вот только я очень скучаю по тебе. Хочу посидеть с тобой, поговорить. Мы с тобой так давно не беседовали, как мать и сын. Ты всегда занят. Простите, мама, у меня еще новые дела, поэтому не успеваю уделять вам время. Как только закончу все свои дела, тогда поедем куда-нибудь отдохнем 3-4 дня, как следует. Поедем за город, тогда и побеседуем. Сынок, это... Мое сердце очень беспокоится. Сейчас, мама. Алло? Да, здесь. Да, поеду. Хорошо, хорошо. Ладно, здесь. Вот уже выхожу из дома. Потерпи немного. Да, конечно. Прости. Мама позвала меня. Да, Азиз, я же говорю, у мамы сейчас. Я все объясню. Да, быстро. Сыночек, будь осторожен даже со своими друзьями, хорошо? Ладно, мама. Даже самые близкие друзья твоего отца обманывали его. И он этого не выдержал. Он был здоровым мужчиной. Но рано покинул нас. Сейчас никому нельзя доверять. Будь осторожен. Не дай себя обмануть. Да, мама. Ладно. Не переживайте. Вы же знаете их. Один, вот Азиз, он мой одноклассник. Он всегда со мной. Мы вместе выросли с ним. Не переживайте так. Если что-нибудь нужно, скажите, я принесу. Будь осторожен, сынок. Да, мама. Береги себя. Да, мама. Вы тоже берегите себя. Хорошо. Я немного опаздываю, извините. Как только вернусь, поговорим по душам. Ладно, мама? Ладно, сынок. Пока, мама. Будь осторожен. Конечно. Не опаздывай. Ладно. Эх, сынок, сынок. Храни тебя Бог. Доброго тебе пути. Пусть плохие люди не станут у тебя на пути. Храни тебя, Всевышний. Что теперь будем делать, Акмаль? Ты чего так смотришь на меня? А что? Кто нашел этого клиента? Будто я во всем виноват. Теперь что скажешь Ахаду? Ведь ты договорился, сам скажешь. Но не я нашел этого клиента. Почему я должен говорить? Ну да, ведь ты же говорил с ним, договорился. А кто же нашел его? Да, я. Но ведь ты же с ним все обсуждал. Но клиента нашел-то ты, Акмаль, но договор составил ты. Ладно, но теперь что скажем Ахаду? Ты об этом подумал? Что скажешь ему? Есть что сказать, а? Он же наш близкий друг. Ну, привет, привет, Ахад. Как ты, Ахад? Нормально, спасибо.
Как вы сами? Я не опоздал? Принес все документы? Друг, знаешь, до того, как ты доехал сюда, кое-что произошло. Не понял, что случилось. В чем дело? Тот клиент, оказывается, был настоящим мошенником, Ахат. Хотел купить у нас машину за фальшивые деньги. Если б ты не опоздал на 10 минут... Хорошо, что ты опоздал, друг. А то было бы хуже. Где вы нашли такого клиента? Откуда нам знать, Ахат? Он с самого начала показался очень порядочным, хорошим человеком. Из-за вас я огорчил маму. Спешил к вам. Прости нас, друг. Надо было получше узнать его. Из-за Акмаля так вышло. Ты что меня обвиняешь? Ведь ты сам договорился с ним. Я чуть ли не потерял и деньги, и машину. Что было бы потом? Порвались бы наши дружеские отношения. Не говори так, Ахат. А что, вы бы купили мне новую машину? Эх, я же говорю, он оказался мошенником. Но такого не случилось. Ладно, потом поговорим, я очень спешу. Ахат, ты во всем виноват. Я тебя предупреждал. Зачем ты обвиняешь меня? Почему? Все, перестань, успокойся. Вот теперь Ахат тоже обиделся на нас. Но ведь ты договорился с этим человеком. Зато ты нашел его. Да иди ты. Служи мне. Сам иди. Иди куда хочешь. Стараешься делать людям добро, а они тоже мне. Ну, я же... да пошел ты. Мать была всех наших игр ценитель. Участник всех бесхитростных затей. И самый первый в жизни наставитель. И самый справедливый из судей. И как мы были бесконечно рады, когда она своим счастливым взглядом, уставшая от вечной суеты, смотрела наши первые тетради и первую похвальную лицу. С каким священным чувством целовали ее волос серебряную прядь, с какой теплотой вспоминали незабываемое слово «Мать» в походах и сражениях суровых, в чужом и неприветливом краю, не потому ли этим нежным словом мы называем родину свою? И все дороги мы прошли достойно. И не сломила нас в боях гроза. И все мы нынче прямо и спокойно глядим любимой родине в глаза. И как мы были бесконечно рады, когда она своим счастливым взглядом, уставшая от вечной суеты, смотрела наши первые тетради и первые похвальные листы. С каким священным чувством целовали и ее волос серебряную прядь, с какой теплотою вспоминали незабываемое слово «Мать». У меня плохое предчувствие. Не торопись. Сейчас никому нельзя доверять, сынок. Будь осторожен, сынок, ладно? Ладно, мамочка. Не доверяй всем. Не переживайте так. Сами знаете, один из них Азиз. Он мой одноклассник. Он все время со мной, с детства вместе выросли. Не переживайте так, мама.
Он хотел купить машину за фальшивые деньги. Если бы ты не опоздал на 10 минут, хорошо, что ты опоздал, друг. А то было бы хуже. Мама! Ой. Мама! Да, сынок. Мама. Что случилось? Что стряслось? Зря я ослушался вас. Если бы вы не остановили меня на 10 минут, я бы все потерял. Машину, деньги. Люди, что ты говоришь? Которые позвали меня в нотариус, оказались мошенниками. Я это предчувствовала. Я же сказала тебе. Они хотели купить машину за фальшивые деньги, мама. Боже мой. Сынок. Зря я вас ослушался, мама. Вы меня спасли. Если бы я не опоздал на 10 минут, я бы все потерял, мама. Дорогой мой. Я же сказала, у меня плохое предчувствие. Вы все предвидели. Спасибо, мамочка, что жизнь мне подарила. Спасибо от души, я говорю, за то, что ночи не спала, меня растила. За все тебя благодарю. Спасибо, мамочка, за все тебе спасибо. Ведь в трудный час твоя хранила вера и помогала, если было тяжело. Ты свое счастье в жизни заслужила, лишь за тебя я Господа молю. Спасибо, что мне счастье подарило. Живи подольше, ведь я так тебя люблю. Фильм озвучен на студии Miracle.